Компании, работающие на внутренних направлениях, сообщили о значительном увеличении количества городов, откуда будут осуществляться пакетные туры в Сочи в этом году. Об этом сообщил мэр города Анатолий Пахомов в Москве в рамках встречи с российскими туроператорами и руководителем Ростуризма. 64% туристов, которые приехали в Сочи в 2015 году, воспользовались услугами туроператоров. Трудно сказать, насколько увеличится присутствие организованных туристов на курорте в этом году. Однако сами туроператоры заявляют об увеличении количества городов, откуда туристы поедут в Сочи. Например, компания «Пегас Туристик» в два раза расширяет географию своих полетов. Рейсы в Сочи будут организованы из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Уфы, Самары, Екатеринбурга, Новосибирска, Сургута, Красноярска, Нижневартовска, Омска, Хабаровска, Иркутска и других. Туроператоры берут на себя транспортную составляющую, управление отелями, экскурсионную деятельность, трансферы и создают в Сочи то, что было в выездном туристическом сегменте. При этом сочинские ательеры активно идут на сотрудничество с туроператорами.